Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на Infinity Damage для Combat Rift. А также эта игрушка уже попала в топ, в нее стало играть довольно много людей. И эта игрушка сделана наподобие Unboxing Simulator. Вроде бы он так назывался. Вот. Но что-то связанное было с коробками, то есть вам нужно было открывать коробки, наносить урон сначала и после этого их открывать, и вам выпадали вещи на дамаг. Тут наподобие этого то же самое. Для того, чтобы нам заинжектиться, переходим по ссылочке в описании, скачиваем чит вместе со скриптом. После этого открываем его и нажимаем кнопочку инжект. После того, как нажали кнопку, ждем, пока мы заинжектимся. Сейчас вылезает сайт, можете его смело закрывать. Все отлично. Так, смотрим, вот здесь пишется онлайн, все у нас не вылетело, отлично. И также вы сейчас спросите, почему я нахожусь на фейк-аккаунте. Значит, перед тем, как записывать видеоролик, я проверял разные скрипты. Вот, я один проверил скрипт на ТП. К вот этим мобам получается. Вот. И, естественно, меня за это забанили. Вот. Но сейчас я нашел скрипт на Infinity Damage, повторюсь. Вот, за который вы не получите бан, потому что он вообще не палится. И тут никаких телепортов нету. И вас не забанят. Вы можете смело, в принципе, играть и не думать об этом. Вот, но если вы также ищете скрипты, как я, и вдруг вам попадется скрипт на ТП или наподобие этого, лучше его не используйте, потому что вас забанят. Так, теперь давайте вставляем в чит скрипт из описания и нажимаем Xcode. Так, все отлично, он заработал. Смотрите, чтобы понять, работает он у вас или нет, вот сейчас есть маленькие подлагивания. Не знаю, может быть, вам будет незаметно, но я замечаю. Вот, значит, скрипт у нас заработал. Смотрите, вы, получается, берете любое оружие, допустим. У меня 10 дамага на этом оружии. Я подхожу к этому мобу. У него 30 здоровья. Оп. И как видите, я его убиваю с одного удара. Также это работает со всеми мобами. Абсолютно со всеми. Вот, допустим, давайте его убьем. У него 481 здоровье. Как видите, работает. В принципе, скрипт довольно крутой. Infinity Damage работает на всех оружиях. То есть, можете, в принципе, любое оружие одеть, какое вам по душе. И с ним убивать всех мобов, которых захотите. Также, в принципе, давайте проверим одну фишку, работает она или нет. Включаем ноуклип, нажимаем X, проходим, и давайте на этой локации попробуем кого-нибудь убить. Ага, не работает. Получается, смотрите, чтобы убивать мобов на других локациях, вам все-таки придется копить деньги на открытие локации, и только после этого, когда вы откроете локацию, вы сможете их убивать. Ну, в принципе, я думаю, это не проблематично, потому что за счет этого способа, я думаю, вы быстро прокачаетесь и также быстро откроете вот эту локацию. А, и также смотрите, насчет оружия. Все-таки оружие лучше менять. Знаете почему? Потому что, смотрите, вот с этого оружия я получаю плюс один souls или черепок, не знаю, как он там называется, не помню. А если мы берем уже это оружие, я уже получаю 10. То есть, смотрите, я получал по одному. Так, сейчас почему-то 3 получил. А там написано 10. Подождите, немного не понимаю. Так, давайте продадим. И подбежим тогда к самому сильному. Так, мне еще какое-то там оружие выпало. Вот, плюс 11. Отлично, тогда давайте надеваем его. И сейчас, по идее, мы должны сразу заполнить наш рюкзак. Так, да, отлично, все сработало, как видите.
Вот, так что все-таки разница между оружием есть. Естественно, если вам выпадает крутое оружие, все-таки лучше одевать его, чем ходить, вот, допустим, самым с этим стартовым оружием. Вот. Но по урону, в принципе, у них одинаковый. У всех бесконечный урон. Ну, в принципе, на этом у меня все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.